Guten Tag, ich bin Udo Gehrig, Mitarbeiter von CAST.TV und hier in Neumünster. Я Удо Герик, сотрудник CAST.EV, и здесь, в Ноймюнстере, я отвечаю за проект PURT, Participation for URT, или «Участие на месте». Сегодня я хотел бы рассказать вам кое-что об условиях и основах создания объединений. Трудности, которые могут сопровождать процесс создания объединения, возникают прежде всего при пересмотре устава местным судом. При разработке устава допускаются некоторые распространенные ошибки. С одной стороны, многие указывают экономическую деятельность. Экономическая деятельность означает, что человек хочет зарабатывать деньги вместе с этим объединением, поэтому суд регистрационной палаты отклоняет заявку. Или, что также часто случается, заинтересованные люди создают объединение, однако допускают малое количество людей в нем, и в то же время очень много мест в исполнительном комитете, которые, возможно, не смогут быть заняты на будущих выборах. Тогда районный суд также откажет в регистрации объединения. Либо неправильно представлены необходимые для некоммерческого статуса нормативные правовые акты. Чтобы избежать этого, лучше всего следовать образцам, которые можно найти в интернете или здесь, в PURT, то есть вместе рассмотреть вопрос о том, какой устав может быть принят для создания объединения. Zu gründenden Vereinen in Frage.